Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости канала и просто любители кожи, любители обуви. Вот сейчас ролик для тех, кто интересуется новинками кожи Рускошпрома. Это волгоградское кожевенное предприятие. Ребята работают недавно, по-моему, третий год всего. Вот. И вот ту кожу, которую я у них брал, я хотел бы вам показать последнюю. Что меня порадовало особенно. Вот. Это юфти, которые они сделали. Первые юфти я вам сейчас покажу. Это юфти коричневая, она выпускается в полукулатах. Ну, это почти то же самое, что полушкура, только у полукулата отрезан вороток. То есть верхняя часть, где шея у коровы, и там у нее больше всего там складок. Барушистость такая. Вот. Это уже хорошая плотная кожа, толщиной где-то 2-4 мм. Может быть, даже в некоторых местах, ну, в общем, от 2,2-2,4, вот так вот. Может быть, 2,4-2,6. То есть отдельные листы есть разные толщины. И эта кожа очень хорошая и сильная. В чем ее сила заключается? То есть у меня где-то сейчас образцы есть каких-то кож, если я посмотрю. Где-нибудь в пакетиках что-то лежало. Вот они. Вот. Вот образцы кож у меня есть. Это кожа другого предприятия, не буду говорить какого, вот разные они. Вот, и я просто сравнивал эти кожи вот, все подряд вот с этой вот кожей Рускошпрома. И я вам скажу, что сравнение это не в пользу этих кож. То есть они слабенькие, какие-то пустенькие, какие-то пустоватенькие, рыхленькие, мягенькие. Они вот, видите, в них силы нет. То есть ее распрямляешь, а там уже складки образовались. Вот такое ощущение. Ну, в общем-то, скажем так, дорогую. Ну, она может и стоит там 20-25 рублей. Но я скажу так, что дорогую вещь я бы из такой кожи, конечно, вряд ли стал бы делать. Ну, так, что-нибудь такое, хозяйственного назначения, да. Но дорогую вещь хорошую вряд ли. Вот. А вот эта вот кожа очень неплохая. То есть мы из нее сделали, вот я вам сейчас покажу. Вот уже несколько пар обуви. Вот, например, такая пара обуви. Или вот такая вот пара обуви. Еще не доделана, еще отделка ждет их. Ну вот, в общем, вот такие вот. И она очень хорошо себя ведет. То есть она никаких складок не дает. Она сильная кожа такая. Вот она здесь вообще в один слой. Вот здесь вот нет подкладки. Здесь чисто одна эта кожа. Вот. И очень неплохая. Очень такая достаточно сильная, хорошая кожа. То, что о ней можно сказать. Мы ее уже работали, уже она у нас не первую пару. И стоит она, не знаю сейчас сколько, по-моему, 25 рублей или 24 или 25 в полукулатах. Это просто очень, очень цена, просто бесплатная для такого качества кожи. То есть из такого полукулатика две пары можно сделать. Вот. Остальное в отход уйдет, конечно же, потому что это пошив ручной. Здесь самое лучшее выбирается только. И вот это вот последняя их кожа, которая именно той обувной серии. Обувной в каком смысле? Это, конечно, все условное обозначение. Обувная кожа, галантерейная, шорно-седельная. Это условное обозначение. На самом деле, любую кожу можно использовать для всего. Но обувную мы ее так условно назвали, что это максимально наполненная кожа. Хорошо наполненная, то есть она более... То есть волокна у нее более долговечные. Она лучше сопротивляется условиям среды. И фабрика выпустила ее в чепраках. То есть вы когда-нибудь видели юфти в чепраках? Вот. Вот, посмотрите. Вот это вот чепрак. В нем где-то 212, что ли, дециметров. Вот. Если это видно. Вот. Мой фейс тоже. Вот это вот чепрак. То есть из этой кожи вы можете использовать практически 90% площади ее. 90% площади у нее полезная. То есть у нее рыхлая кожа есть только, ну вот на самых, может быть, вот углах. Где-то вот здесь вот. Может быть, немножко еще относительно рыхлая есть. Вот, а везде, в остальных местах, она плотная. Сортность, по-моему, второй или третий сорт. Ну, то есть, процентов 80. То есть, точно можно отсюда забрать именно на изделие. А это значит, что у нас как-то мы чепрак такой брали. У нас вышло 3 пары, по-моему, из него. А то ли 4 пары. Что-то такое. Вот. Ну, в общем, кожа это хорошая, плотная. В работе мы ее, вот именно вот эти чепраки, еще не пробовали, но я уже более чем уверен, что ботиночки из нее будут просто, не знаю, как сказать, пограмотнее, не убойные, а такие. И это full grain, то, что называют full grain, краст, который еще без покрытия, без воскового, без всякого, то есть он хорошо дышит, все, можно ее так и оставить.
для обуви, можно ее покрыть, то есть те же самые крема, они все будут служить финишем для такой кожи, отделкой. То есть кожа очень хороша, и самое главное, что она в чепраках. Вот я не видел больше фабрик в России, которые бы в чепраках выпускали именно юфть. Еще бы я хотел сказать, что обувная юфть — это название условное, и я бы сказал так, то, что тот, кто хочет сделать свою вещь, например, тот же рюкзак, ту же сумку, именно такой солидный, долговечный, более красивый, более такой на ощупь, знаете, солидный такой, добротный, тот как раз такую обувную и будет брать. Потому что более легкая кожа, там галантерейная, более мягкая кожа, она, конечно же, будет и хуже форму держать, она будет дешевой, конечно, но у нее будет, соответственно, и свойства более дешевые. А вот эта кожа, она одно название — обувная. На самом деле она на любую вещь будет гораздо лучше, чем какая-то там галантерейка дешевая за 20 рублей. Вот. Стоимость этого чепрака я брал, сейчас скажу, третий сорт, по 34 рубля. То есть 34 рубля за дециметр. Вот, и я считаю, что я ни капли не переплатил, потому что эта кожа, вот у меня обувь американская бывает частенько, вот, например, даже я сейчас возьму, это английская кожа, Chrome XL, да, вот, и вот это вот шлифовка, эта кожа шлифованная, если вы сейчас вот посмотрите вот так вот ее, да, вот, я возьму одну полупару, возьму вторую полупару, кожа, как бы, совершенно, ну, как сказать, ну, вот эта кожа сильнее. То есть эта бычина, она гораздо сильнее, чем то, что вот мы видим вот на этих, допустим, даже. Это Chrome XL, а это обувная бычина Рускошпрома. Вот. Ну, не просто обувная, она просто хорошая кожа. То есть, ну вы если на складе будете у них заказывать, скажите, нам именно обувные чепраки. Именно обувные, потому что их сделано немного. Вот я один взял, сейчас еще, наверное, парочку мы возьмем. Очень хорошие. Вот, их немного. Так, ладно, еще что я хотел вам рассказать о Рускошпроме, о последних своих там у них приобретениях. Ну и следующее, что я бы хотел показать, это последние новинки растишки Рускошпрома. Первый — это чепрачок. Или давайте, наверное, с конца начнем. Значит, вот это вот вороточек. Вот я немножко из него уже истратил, там на стирки, на разные подпяточники. Вот. Это пола Рускошпромовская, тоже растительная. Вот и чепрак. Что касается полы, она вот раньше Рыбинск выпускала, сейчас Рыбинск уже не выпускает. Она достаточно жесткая и для технических целей, там для стелек она может пойти, для задников и подносков. То есть она достаточно жесткая, достаточно плотная. Вот. Ну, то есть она стоит очень недорого. По-моему, около 14, что ли, рублей. Что-то такое. Или 12 даже. То есть для растишки это недорого. Для чего-то пойдет. Мы ее на всякие технические цели. Дальше. Вороток. Ну, я забрал последний, но, возможно, там еще будет. Вот, вороточек тоже очень недорогой. Толщина. Так, про полу я не сказал, там 4 мм толщина, 3,5-4. У полы где-то 2,2. Там до 2,5 миллиметров толщиной. Вот. И она такая мягкая достаточно, такая приятная растишечка. И тоже стоит она тоже недорого, по-моему, 16 рублей, что-то такое, за дециметр. И вот этот вот подошвенный чепрак, то, что я вам больше хотел показать, потому что мы им часто пользуемся. Вот мы пользуемся в основном Рыбинским, но вот этот вот взяли Волгоградский, потому что он гораздо дешевле. Сейчас скажу, 28, по-моему, или 26, или 28 рублей, что-то такое за дециметр. И толщина у него 4-4,5. Ну, на самом деле, там немножко разница у него от 3,8 там, до 4,6. То есть в разных местах по-разному бывает. И он достаточно плотный, они его хорошо уплотнили, достаточно неплохо наполнен. На стирку, конечно, рантовый он не пойдет, у него не хватает толщины немножко. Но он хорошо идет на проложку. То есть, вот, например, вот это вот сделано из двойного слоя такого чепрака. Вот это мицол, или как она, проложка называется по-нашему. Ну и каблучок тоже вот из него сделан. И это вот его натуральный цвет после отделки воском. Она еще не закончена.
И вот, в общем, на это вот он, на эти вот цели он очень хорошо идет, он достаточно плотный. Вот. Я не скажу, что он лучше Рыбинска. Рыбинским мы тоже пользуемся сейчас. Вот, вот, например, Рыбинский. У него, во-первых, сортность выше, но для нас сортность совершенно не важна. Вот здесь мы видим у него там разные эти. И это разные чепраки. То есть Рыбинский, он чем-то наполнен дополнительно еще, кроме вот чисто растительных дубителей. Видно, там еще какая-то смола в нем добавлена. Рыбинский, он хуже промокает, то есть его труднее размочить. И он более жесткий, что ли, скажем так, вот если его даже разминать долго, то... Ну, в общем, это разные чепраки. То есть у каждого завода свое, разное. То есть я сказал, на что идет волгоградский. То есть он идет спокойно на каблук и на проложку спокойно идет. Он также идет на задники, на подноски. На стельку он не идет. Рыбинский, у него он потолще, и он тоже идет на стельку. Неплохо идет. Особенно последний, он какой-то стал мягкий. И вот даже на каблук я бы сказал, что вот волгоградский лучше, потому что его уплотнять не надо, он уже жесткий, нормальный. А вот этот вот еще надо уплотнять, потому что он какой-то вот прям недоуплотненный чувствуется. Вот. Ну, у Рыбинского, у него периодически то очень хороший чепрак, то какой-то средненький, то очень хороший, то средненький. Вот. Но тем не менее, и он дороже. Это где-то сейчас сколько, 48 или около под 50 или 52 рубля. А это 28, есть разница. То есть на такие простые вещи, которые вот там на каблуки, мне кажется, смысла брать дорогое особо нету. Вот, поэтому, ну вот, в принципе, вот это все новинки, с которыми я вас хотел познакомить. Особенно меня, конечно, впечатлило вот этот подошвенный чепрачок, что теперь можно им пользоваться. И юфт в чепраках, особенно меня впечатлило качество и в полукулатах, очень хорошее. Но только, я не знаю, как вы будете покупать, то есть вы спрашиваете и говорите, что именно вот то обувное, потому что я даже не знаю, как это заочно покупать. Вот. Ну, в общем, надеюсь, что было достаточно информации, хотя бы заинтересовал я. Я, конечно, хочу, чтобы это предприятие развивалось, потому что мы с ним рядом находимся и берем у него кожу частенько на свои изделия. Практически мы сейчас все делаем из кожи Роскошпрома и очень довольны ей. То есть это сильная кожа, которая она не сминается, там быстро складки не образуются, она такая вся. И она полностью натуральная, не шлифованная. Вот. Так что всего доброго, до новых встреч на нашем канале. До свидания, Бог в помощь, пережить этот кризис, коронакризис и так далее. Всего доброго, счастливо.